В этом году отмечается 125 лет со дня рождения известного ученого, публициста, государственного деятеля Темирбека Жургенова. В честь даты прошел вечер памяти Халктын Асыл Перзенте. На мероприятие пригласили творческую интеллигенцию региона, преподавателей и студентов Казахской национальной академии искусств. Подробности далее. Темирбек Жургенов родился в 1898 году в Кызылординской области. Благодаря ему в стране построено 4000 школ, детских садов, кукольных театров. Сегодня Казахская национальная академия искусств Алматы носит имя Темирбека Жургенова. Благодаря смелым действиям, предпринятым в то время Темирбеком Жургеновым, сегодня наша культура растет и процветает. Благодаря трудам таких людей мы воспитываем поколения. В мероприятии приняли участие студенты колледжа искусств имени Ермека Серкибаева. Бекзат Накыпбек учится на третьем курсе. В будущем студент желает поступить в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова. Я рад принять участие в сегодняшнем мероприятии. Здесь присутствуют видные деятели искусства, личности, которые зарекомендовали себя как настоящие профессионалы. Также гости вечера смогли ознакомиться с выставкой работ Темирбека Жургенова. Лаура Рагимова, Анатолий Белонок, служба новостей.